В Одессе царит негласная цензура на размещение информационных бордов. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель регионального отдела Офиса простых решений и реформ Олег Михайлик. Все дело в том, что активисты пытались разместить информационный борд с предупреждением будущим инвесторам домов. Но когда дело дошло уже до конкретного размещения, менеджеры этих компаний, не стесняясь, откровенно заявили каждой по отдельности о том, что местная власть запретила размещать подобные бигборды. Сам информационный макет не нес в себе ни политической символики, ни политических призывов к предстоящим выборам. Вторая попытка разместить борд просто с фотографией самого активиста тоже не увенчалась успехом. Уже Одесса завешана бордами, ну, как минимум, наверное, 5 политических партий. А, к слову сказать, как минимум 2 полностью отказано в